В городском доме культуры имени Николая Бондаренко собрались творческие коллективы, солисты и чтецы, чтобы воспеть самое главное, что есть у всех нас, а это любовь к нашей родине, как малой, так и большой. Фестиваль славянской песни и слова «Славянск-2018» никого не оставил равнодушным. Творческие коллективы, солисты и чтецы из Славянского и Крымского районов, из Краснодара и Горячего Ключа приняли участие в фестивале, который стал яркой страницей празднования Дня города и района. Участники подготовили к этому празднику самое лучшее из своего репертуара. Когда у нас, например, отпуск у руководителя, и он уходит отдыхать, мы не дождемся того дня, когда выйти нам. Но живем мы этим. Нашему коллективу уже много лет, 27-28 год уже. Артисты народного вокального ансамбля «Родные напевы» Дома культуры станицы Саратовской «Горячий ключ» уже не первый раз в нашем городе и песню исполнили созвучную теме фестиваля. Славяне! Очень рады побывать у вас в городе вашем, Славянске, на Кубани. Мы здесь уже второй раз принимаем участие. Значит, мы приехали к вам с задорными песнями, поделиться своей радостью, так как мы любим петь. Но у нас в репертуаре очень много разных песен. Диплом первой степени стал достойной наградой для этих прекрасных исполнителей. И славянские артисты постарались в родных стенах продемонстрировать все свои таланты. Среди солистов не было равных Кристине Ковальчук из Центра развития творчества детей и юношества станицы Петровской. Было и прошло. С большим удовольствием и с великолепным настроением принимаю участие в этом фестивале славянской песни. Песни для меня это мир, это моя душа. Без песен жить не могу, не получается. Утром только просыпаюсь и сразу в голове песни. Зоя Воронина в своих стихах, которые она прочитала со сцены, призналась в любви к Славянску на Кубани. И наш город действительно достоин самых высоких слов. В Славянске я живу 40 лет, и, в общем, основная моя творческая работа началась именно в Славянске. И я так предполагаю, что его природа, его люди, его красота и доброта именно родили во мне вот это желание выплеснуть свои чувства на бумаге. Все участники фестиваля славянской песни и слова «Славянск-2018» были награждены дипломами, памятными подарками и медалями. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».